Дальше Бендер. Перишич получает мяч, незаметный до того момента, и мощнейший удар наносит в угол ворот Милица. Не знаю, мог ли здесь вратарь выручить, уж очень хороший удар получился у хорвата. Если уж Перишич забивает, то забивает красиво. Великолепный у него удар. Но здесь очень многое сделал Левандовский, конечно, выиграв вот эту борьбу и у Вольфа, и у Налда.